Евгений Онегин за 30 секунд. Молодой дворянин Онегин получает наследство от дяди и уезжает из Петербурга в деревню. Но наш герой везде скучает. Там он знакомится с молодым поэтом Владимиром Ленским, который приглашает его на ужин к своей невесте Ольге Лариной. Ее сестра Татьяна влюбляется в Онегина и пишет ему письмо, но тот не отвечает взаимностью. Героине снится вещий сон, который исполняется на ее именинах. Там Онегин встречает Татьяну и злится на Ленского, который пригласил его на вечер, и начинает ухаживать за Ольгой. Ленский же вызывает его на дуэль и умирает. Далее Онегин уезжает из деревни, Ольга сразу находит себе нового жениха, а Татьяна выходит замуж за генерала. Спустя время Онегин и Татьяна встречаются в Петербурге. Онегин сразу влюбляется в нее, Татьяна же тоже любит, но не отвечает взаимностью, потому что верна своему мужу.